Здравствуйте! В своем прошлом видео про фоторамку, про изготовление фоторамки, я обещал показать струбцину, которую ждал в посылке. Вот она, собственно говоря. Сейчас с помощью этой струбцины произвести хотел ремонт сегодня вот этой старой фоторамки сломанной. Для этого нужно... Я хочу посадить на столярный клей. Клей я использую... Такой вот момент. Для этого нужно с двух сторон намазать клеем соединительные части. Ну, все как обычно. В общем, тут видео про работу самой струбцины. Как бы, в принципе, ничего такого нового в этом нет. Набрасываем струбцину по углам. Рамка очень тонкая, поэтому приходится поднимать ее, чтобы она была посередине этих желтых крепежей. Все выровнять. И вот таким движением притянуть. Все, осталось только подождать 10-15 минут, и рамка готова. Спасибо за внимание, до новых встреч!